Трудоустройство – лучший подарок 8 марта для безработных женщин. Решили в Центре занятости населения и устроили мини-ярмарку вакансий. Оказывается, у нас все-таки есть вакансии какие-то в городе. В любом случае можно найти себе какую-то специальность. Трудно вообще женщине в мирном найти работу? Ой, ну, нормально оплачиваемо, если вот по-честному, то тяжело. В основном зарплаты даже 15 тысяч есть. 15, 20, 25, в среднем 25, наверное, получается для женщин зарплата. На севере очень тяжело. Сегодня в Мирнинском районе на учете по безработице состоит 741 человек. 393 из них – женщины. Свои вакансии для них представили 7 работодателей. На данный момент у нас всего 2 вакансии. Это оператор ГИС «Меркурий» – ветеринарная программа, и технолог пищевого производства, потому что недавно мы запустили кулинарный цех. Заведующие повара у нас есть. Вот нам нужен человек грамотный, который будет именно разрабатывать новые рецептуры, записывать это, создавать свою базу. У нас водители много требуются, операторы в отделении почтовой связи, также в участок подписки, сортировщик, также супервайзер у нас требуется для почтамта. Соискателям помогли правильно составить резюме и разместить его на портале «Работа в России», а также записаться на профессиональные курсы. Я записалась на курсы обучения. Будут меня иметь в виду, когда начнется обучение, так как я сижу с маленьким ребенком по уходу за ребенком. Всего более 150 женщин Мирнинского района посетили мини-ярмарку. Из них 74 проконсультировались с работодателями. Еще 23 оставили свое резюме. 19 представительниц прекрасного пола пригласили на собеседование. Мария Урцева, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край».